этой. Добрый день, друзья, добрый день. Игорь Жавск представляет. Мы купаемся в бухте Теликовского. Путешествуем. На катере. Идем в бухту Витязь. Вот Саша с Мариной тут плавают. Впервые. Мне тут укращивает, она фотографирует меня. Ой, не знаю. Сегодня 19 августа 2018 года. Вот мы идем в бухту Витязь. Ей надо что-то съесть дать, мам. Надо что-то съесть. А вот не пройдет. Это Хасанский район. Вот Саша выходит. Дай тебе шоколад. Вот такая. Вот Марина выходит. Марина, привет. Как покупалась? Все прям воды для меня. Дай шоколадки ты хочешь. Не надо мне шоколадки. Вот чистейшая вода, народ отдыхает. Немного, но кто добрался, потому что заповедные места. Да мне помидоры не обрезал. Ты, блин, вообще как такое? Что такое? Чаечки отдыхают, сейчас покажу. Вон чаечки отдыхают. А на втором плане люди отдыхают. Кто-то даже на машинах добрался. Вот такая красивая погода сегодня, вообще чудесная. Как и в тот момент, когда мы ездили на Аскольд 3 августа. И сегодня ни одного облачка. Ветра нету, но все равно открытое море. Волна есть. Ну все, друзья, пока мы собираемся дальше путешествовать в бухту Витязь, потом в бухту Астафьева. Я показываю вам воду изумрудную, вот такая вот вода изумрудная, чистейшая. Все, пока, друзья, пока.